Опять тишина? Лично я, Артём, слышу тут только одно, когда зиммитер щелкает. Да еще эти вон, красавцы, летают там, каркают. Родной, пойдем домой, а? Артём, думаешь, я бы не хотела жить где-нибудь на берегу океана или в лесу? Только толку от таких мечтаний, когда мир молчит. Молчит, Артём, потому что умер. Загулялись мы. Пора фильтры менять. Давай быстрее. Нам лишние рентгены ни к чему. Ох, отец меня убьет, если узнает, что я с тобой пошла. А если узнает, что мы были в закрытой ганзой зоне... Ты тут все руины уже облазил. Видишь, как город разрушен. А у Москвы была самая мощная ПВО в стране. Если тут все в таком виде, представляешь, что в остальном мире творится. Демона шуганула, чтобы не расслаблялся. Может, все же вернешься в орден? Переедем в полис, а? Отец квартиру обещает. Потому что если не мы, то кто? Квартира со своей кухней и душем. Так, давай по одному, чтобы не завалилось. Осторожней. Выдержи, ладно. Самое худшее, пожалуй, позади. Черт! Слышал? Только этого нам и не хватало. Ничья. Повезло нам, что твари ненавидят друг друга не меньше нас. Не пойму, почему эта зона закрыта для сталкеров. Фон обычный, твари те же, что и везде. Thank you.
Может, потому что мы запретные объявили? Ну, мы считаем, как ты здоровы. Слушай, Артём, закинь меня наверх. Чёрт! Давай ты! Держу! Группа Д, занять генераторную. Молодцы вы, добрались, черт! С вами все в порядке? Да, дочка, спасибо. Так, времени мало, скоро охрана вернется. Я на паровоз.
Он вроде как подготовлен. Вы давайте наверх. Тёма, бежим. Включите поворотный механизм. Ну и по сторонам посматривайте. На шум вся база сбежаться может. Всем группам немедленно в ангар! Тём, быстрее включай поворотный круг! Тревога! Всем группам немедленно в ангар! Пока ты ходил с этой рацией и хватал рентгены, отец просто врал!
сказал тебе, мне, да всем вам! Братья!
точно тебя пристрелю! И не в затылок! В рожу твою! Скотина кромая! Оставить по-видимым! Врезай их всех! Огонь! Огонь! Огнем скорее, нас сейчас клочья разнесут! Предатели, а самые настоящие вражеские диверсанты получаемся.